Сегодня спутник нашей компании был сбит инопланетным космическим кораблем. Мама, помоги мне! Спаси! Что это было? Этот робот умеет плакать. То есть, это робот с эмоциями. Он мне нужен. Вы не подскажете, где здесь можно взять на прокат звездолет или ракету? А, я понял. Идти за зеленым человечком. К нам прилетел инопланетный гость. На старт. Взлетаем. 10, 9, 8. Это что, все? А когда ты разовьешь скорость света? Он хочет найти друга. Ничего страшного, я в порядке. Мои родители зовут меня Робби. Робби и Тоби. Мне нужны все его микросхемы. Обеспечьте. По вкусу это асфальт с добавкой собачьих АА. Парнишка и робот явно скрываются неподалеку. Скоро на больших экранах. Я получаю сигнал бедствия с Северного полюса. Видимо, корабль с моими родителями упал в этом районе. Видишь? Сухопутно, воздух и водный транспорт. Я вчера его изобрел. Нужно подобрать подходящие части и начать сборку. Тоби, к нам идут бородатые дамы. Это не дамы, это байкеры. Бизоны! Вам нужна помощь? Это будет супер. Я пока не придумал название. Мультиход Фантастика. Точно! Мультиход, потому что он идет, плывет, летает. Хватай робота, а я пока успокою этих старичков. Отправляйтесь в приключения. Вместе с Робби и Тоби. На их чудесном мультиходе. Мой друг робот. Ты отличный пилот, Тоби! Может, ты порулишь? Скоро в кино.